Всем привет, друзья! Видеокарта 3080 Ti Galax. Комплектация полная, там даже подставка есть. Идет у нас сейчас прямо тест, и вот она работает, карта. На этот вентилятор не смотрите, он просто для продувания. Очень тихо работает карта. Симпатичная подсветка. Так, что у нас по температурам? 72 градуса температура ГПУ. Остальные температуры тоже, в принципе, в норме. То есть карта очень-очень тихо работает. Вот подробные характеристики. Память микрон. Вот график температуры идеальный. Прочая производительность. Стоковые значения. Работает уже почти 12 минут. Кулера сейчас крутится 66%. То есть карту практически не слышно. Так что вот такой комплект.